Здравствуйте, уважаемые подписчики! Сегодня с вами снова Яна. Мы находимся в магазине «Светофор Коммунар», станционная 34. Посмотрим, какие новинки приехали сюда на этой неделе. Не забывайте подписываться на мою группу в социальных сетях ВКонтакте, на Дзене, в Телеграме. Давайте смотреть. Шампунь для всех типов волос объем. 100 рецептов красоты. 100% натуральная основа. Здесь 400 мл. Производит компания Unilever. Большой плюс лично для меня, что производитель не добавил здесь, по крайней мере, никаких красителей. Абсолютно прозрачный шампунь. Под этим же брендом есть гель для душа. 100 рецептов красоты. 385 мл. Стоит 91,33. Я люблю кофе с ароматом кофе. Здесь уже, соответственно, добавлен цвет. Новое жидкое крем-мыло, молоко и мед. Бережно очищает, питает и увлажняет. 1 литр здесь под брендом Зала. Продукция косметическая, гигиеническая, моющая. Производит ее город Санкт-Петербург. Нигде больше не видела именно вот таких пакетов для заморозки с замком Ziploc. 30 на 27, 30 штук. И 20 на 20, 10 штук. Цена этих пакетов 97,63. Всегда пригодятся пакеты фасовочные. 23 на 35, 500 штук, 103,53. В комментариях часто спрашивают про подгузники для взрослых. Сюда их привезли. 920,40. Цена за 30 штук. Размер. Производит эти подгузники Ленинградская область. Объем бедер здесь до 150 сантиметров. Размер L, повторюсь. Во многие светофоры завозится сейчас туалетная бумага Ова, трехслойная, 8 рулонов. Здесь всего 16, почти 17 метров, 100% целлюлоза, 121,50. Много привозят и вот такой туалетной бумаги. Называется она Релакс. 8 рулонов, 28 метров, 135,79. Я сегодня возьму обязательно ватные диски Cotton Viva, 108 штук, 57,44. Как я их использую, помимо прямого назначения, я проращиваю в этих ватных дисках семена. Очень классно проращивать огурцы, тыкву, а также кабачки. Я их проращиваю в чашке Петри. У меня есть такая большая чашка Петри. И классный способ, на самом деле, смачиваете диски, кладете в какой-то контейнер и замачиваете вот так семена, классно прорастают. Но это тоже один из хитов светофора. Ватные палочки Акуэла 500 штук, 63,25. Прокладки ежедневные Милана Лайт 80 штук, 79,53. Покажу еще раз и Биолан. Он есть не во всех светофорах. Апельсин и лимон 900 грамм, 81,35 цена. Сейчас только что при мне выгрузили целый палет стирального порошка Лотос автомат ручная стирка 6 килограмм. 244,22 цена этого порошка. Как всегда, жду отзывы на стиральные порошки, поскольку это актуально, все мы читаем отзывы. И спасибо тем, кто подробные отзывы о товарах пишет. Скатерть ПВХ на ткани Флёр, размер 1,40 на 1,10 м, 262 рубля стоит. На даче очень даже может пригодиться, расцветки есть разные. Господа садоводы, поторопитесь в этот светофор, покажу, какое количество осталось вот таких горшков. Кто-то мне скажет: Анна, их привезли давно. Нет, это горшки большего объема, 27 литров. Мечта садовода прямо. В таких горшках, кстати, можно посадить, например, кабачки отдельно или какие-то другие культуры. В общем, это горшок большого объема. По качеству он точно такой же, как и горшки предыдущего завоза. И даже есть, видите, белые варианты. Так что приезжайте, разберут их очень быстро. Горшок продаются с поддоном. Как и предыдущие кашпо с поддоном. Здесь, видите, 27 литров. Город Димитровград производит эти кашпо большого размера. Прослужат они не один год, потому что вот я трогаю, пластик очень плотный, он не проминается. Такой добротный, прочный пластик. И цена для такого объема очень приемлемая. 261,80. Много завезли фольги. 30 сантиметров на 30 метров. Пленки 125,75 цена. Опрыскиватель помповый еще есть в наличии. Наша Маша, он называется трехлитровый. 191,21. Очень актуальная вещь на самом деле сейчас. И еще один товар, мимо которого не пройдет ни один садовод, я уверена, это вот такое кашпо на ножке. Он называется кашпо миска ламелла. Диаметр 40 сантиметров. Я уже вижу, как сюда можно посадить прекрасную петунью каскадную.
цвет терракот, и производит это кашпо Московская область. Ножки лежат отдельно, тоже не забывайте их брать. Очень легко собирается, красивое кашпо. Белых нет, только вот такой цвет. 40 сантиметров диаметр. О, шикарно! Здесь такой классный куст петунии вырастет в этом кашпо. Подписчики также уже написали и про вот этот пруд декоративный. Все характеристики указаны, подробно его тоже уже рассматривали. Писали, что в магазине Леруа Мерлен точно такие же пруды продаются рублей на 400 дороже. Так что в светофоре покупать выгодней. Самокат подростковый трюковой. До 100 кг нагрузка. 2359 рублей цена этого самоката. Подробно мы с вами характеристики его рассматривали. Высота 83 см. Длина деки 50 см. Ширина 10 см. Максимально допустимая нагрузка до 100 кг. Упакованы они очень хорошо. И повторюсь, не во все светофоры их привозят. В прошлом году в светофоры привозили вот эти столы туристические складные. Есть они и сейчас в ассортименте. 866 рублей. Небольшой столик, который можно положить в машину, кинуть в машину и поехать вместе с ним на пикник. Ножки складываются у него таким же образом, как и у стульев многих. Вот здесь есть этикетка, как выглядит этот столик. ЛДСП, металл и пластик. Размер 45 на 68. Компания Ника, Удмуртская Республика, производит этот стол. Максимальная нагрузка на него 50 килограмм. Маленький, удобный, транспортабельный стол, так бы я его назвала. В прошлый раз показывала вот эти туфли пляжные детские. От 30 до 35 размера есть эти туфли, что мне уже написали в отзывах. Вот эта вот перекладинка, она немножко натирает. Все-таки, как я и подозревала. Может быть, при постоянной носке этого эффекта не будет. Но цена прям греет душу. 240 рублей за шлепки. Вот есть варианты и для мальчика. Еще раз повторюсь, что здесь есть в этом светофоре сейчас и кроссовки детские. От 26 аж до 35 размера. Вот это, например, 34. Сейчас на дачах детям бегать в такую, как бы, не слишком жаркую погоду. Самое то, что доктор прописал их легко кинуть в стиралку. Жалко, нет таких же кроссовок для взрослых. Я бы с удовольствием взяла. Вот серые кроссовочки. Более яркий вариант. Вот достаточно большой размер, 35. Я, наверное, сегодня дочке как раз их возьму. Легко постирать, на даче бегать. Супер вариант. Особое внимание уделю вот этому комплекту женскому. Футболка и шорты. Размеры указаны. Футер двунитка 742 рубля 56 копеек. На самом деле тут уже потребители покопались, потому что получила много отзывов и себе купила такой костюм в прошлый раз. Что хочу сказать. Абсолютно вообще соответствие цены и качества. То есть за этот костюм можно спокойно 1500 отдать. А стоит он здесь 742 рубля. В общем, он качественный, удобный. Я взяла размер S. Он такой идет как оверсайз и хорошо подойдет ходить и дома, и, например, на даче. Я уже спокойно на даче разгуливала в теплые деньки в этом костюме. Ткань здесь плотная, то есть на слишком жаркую погоду он не подойдет. Кармашки. Плотная большая резинка. И, как пишут многие, идет размер в размер. Покупают некоторые даже не по одному такому костюму. Он идет оверсайз, не обтягивает. Все свободненько, удобно в нем ходить. На прошлой неделе в светофор привезли также трусики. Город Новосибирск производит. 95% хлопок, 5% спандекс. Качество у трусиков очень приличное. Все швы прошиты очень хорошо. И они выглядят так симпатично, скажем так. 95 хлопок, 5 спандекс. Все швы прошиты, видите, аккуратненько. Расцветки разные, размеров тоже много. Вот эти, например, 44, 46. Больше трусиков, конечно, габаритных размеров. Маленьких трусов не так много осталось на самом деле. Вот эти малютки 42, 44. Размер 50, 52. По 3 штуки они продаются. Казалось, что не так много маленьких трусиков. А вот, пожалуйста, 42-44. На прошлой неделе я просто искала, вскрывала упаковки. Не так много их было. 46-48. Здесь две пары голубых, одни черные. Есть и не вскрытые упаковки.
так что приезжайте. И по традиции говорю, опять же, не проходите мимо отдела трикотажа. Можно найти очень интересные экземпляры. Например, на этой неделе привезли вот такие комплекты для детей. Здесь шортики и футболка. Этот комплект можно использовать и как пижаму, и как просто гулять в нем летом, например. Это вариант 7-8 лет. Все швы сделаны достаточно хорошо. Как пижамка вообще идеальный вариант, на мой взгляд. Это, например, вариант на 11-12 лет. Черные шортики, оранжевая футболка. Тоже 11-12 лет. 5-6 лет. Вариантов на самом деле очень много. Некоторые еще даже не распакованы. В этом магазине есть много средств для садоводов. Они просто выставлены перед кассой. В том числе зеленое мыло. 1,5 литра с распылителем. 106 рублей здесь наличие. Бордоская смесь в пакетах. 300 грамм. 83,54. И вот эти удобрения «Мечта червяка», ускоритель компостирования биологический, 1 килограмм 173 рубля стоит. А также удобрение минеральное «Суперфосфат» 49 рублей 98 копеек за 1 килограмм. Бочка 54 литра здесь также в наличии, их очень хорошо разбирают дачники. 839 рублей скромно стоят и кашпо ящики за 141 рубль. В прошлые годы привозили кашпо с поддоном, в этом году только такие производства. Ижевск. 59 сантиметров длина этих кашпо, и цена одного такого 141 рубль. Скоро будем все сажать любимую рассаду, подкармливать растения. 65 рублей это удобрение карбамид за 1 килограмм цена. А также вот он, универсальный суперфосфат. 1 килограмм 49,98. Кстати, дуги парниковые здесь тоже есть. 2 метра длина одной дуги, в упаковке 6 штук. 303 рубля всего. Очень хорошим спросом пользуются дуги, так что приезжайте. По традиции во вторник, среду в магазин светофора очень хорошие завозы. И на разгрузке сейчас стоит антисептик универсальный для наружных и внутренних работ. 5 литров этого антисептика хватит на обработку 33 квадратных метров. Защита древесины до 30 лет. Производит этот антисептик город Санкт-Петербург. Он идет в больших канистрах 5-литровых и зеленая крышечка. Вот буквально только что его привезли. Также на разгрузке стоит палет с вот такими печеньями. Сэндвич Тимми Машмеллоу с клубникой и сливками, с соком клубники. Разгадай ребус внутри. Конти известный производитель. Ну и Тимми можно встретить. Его батончики, в том числе и в фикс-прайсах, вообще во всех сетях. Раньше завозили Тимми в светофоры. Какое-то время Тимми уже давно не привозят, к сожалению. Всего здесь 168 грамм таких печеньев. Батончик Папита, молочный шоколад. Молочный крем и дрожжи здесь. В одной такой упаковке 24 таких папиты. 33 грамма вес одной папиты. Печенье с молочным шоколадом, с молочной начинкой и дрожжи конфетами внутри. Производит эту продукцию Турция. 271 рубль. Хорошо на дни рождения покупать. Следующий вариант папиты — это кокосовая начинка, покрытая молочным шоколадом. И третий вариант – печенье с карамелью и сахарным дрожже, покрытое молочным шоколадом. Сейчас много в ассортименте кондитерских изделий. Например, маффин сладкоежка с начинкой со вкусом вишни. 1 килограмм 161,36 цена. Или вот такой зефир классический, декорированный глазурью. 1 килограмм 202,76. Пряники «Городская забава». 1 килограмм 92,82. Ну и ты, малыш, тоже пойдешь со мной. 172 рубля за 1 килограмм лука. Не проходите мимо, возьмите его с собой, воткните в любое кашпо на балконе и будьте обеспечены всегда витаминами.